В поезде едут три мудреца. Внезапно поезд въезжает в туннель, и после того, как загорается свет, каждый из мудрецов видит, что лица его коллег испачканы сажей, влетевшей в окно вагона. Все начинают смеяться над своими испачкавшимися попутчиками, однако внезапно самый сообразительный мудрец догадывается, что его лицо тоже испачкано. Как ему это удалось? Напишем мудрецов 1, номер 1, номер 2, номер 3. Допустим, самое сообразительное номер 1. И он видит, что его коллеги, и он думает, допустим, если у меня лицо чистое, то у моих двух я вижу, что они грязные. Но когда номер 2 смеется только над номером 3. А это противоречит каждый смеется над двумя людьми. Своими попутчиками. Нет, вы не решили, ребята, задачу. Потому что смотрите, нет, вы пытаетесь воспользоваться тем, что в русском языке есть единственное число и множественное число, да? Ну, понимаете, здесь, конечно, не имелось в виду вот эта вот игра с единственным множественным. Подумайте. Вот давайте, у нас здесь как раз трое. Не показывают. Вот нас сейчас трое, да? Вот представьте себе, мы перепачканы сажей. Мы просто сидим и смеемся. Сидим и смеемся друг над другом. Да. Если я самая сообразительная, я поняла, что я испачкана сажей. Как поняла? Как я это поняла? Если я, например, была чистая. Да. Вот вообразим, что у Юли сейчас на лбу нет сажи. Тогда Коля смеется только над вами. Да. А вы только над Колей. Да. И что? Сейчас. Почему мы это довольно быстро поняли? Вот я сижу, смеюсь над Колей, он сидит, смеется надо мной. Ну, потому что мы видим, что она чистая. И дошло бы до нас, что мы смеемся друг над другом. Да, да. Но до них не То есть я бы подумал так, вот я над ним смеюсь. Интересно, над чем он смеется? Над Юлей не может, потому что у Юли сажи нет. Значит, сажа есть у меня. А чего же я тогда радуюсь-то? Тогда оба мы перестали. Да. А поскольку не перестаем, значит, есть какая-то причина этого. Да. Поняли? Значит, я тоже испачкана сажей. Теперь поняли? Да.